Всем здорово, мои хорошие, мои друзья, дорогие мои. Сегодня я для вас подготовил классную карту на фарм опыта для всех тех, кто еще не успел докачать свой 200 уровень, потому что сезон уже скоро заканчивается. Поспешите забрать все награды из боевого пропуска, и я вам в этом помогу. Подписывайтесь, ставьте лайк, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, а я их делаю каждый день. Погнали! Покажу, что сегодня у меня для вас. Заходим в поиск. Поисковую строку вводим код 3347-1809-3742. Нажимаем Enter, нажимаем на картиночку, выбрать, ставим частный режим игры и запускаем игру. А пока она грузится, заходим в магазин к себе. Тут Звездные войны постепенно спускаются вниз, потому что появились новые имбовые скинчики, друзья. И куча классных эмоций. Только посмотрите на эту Билли Айлиш, это просто красотка. Обязательно присмотритесь. Внизу здесь есть кнопочка поддержка автора. Здесь нажимаете, вводите мой код G-UP, нажимаете поиск. Код фиксируется в вашем магазине предметов. И с этого момента за все ваши покупочки компании Epic Games будет делать мне небольшое отчисление, потому что я их партнер. Такую классную поддержку и благодарность за все мои труды и помощь вам в прокачке вы можете мне оказать. Здесь, когда загрузили, зажимаем кнопочку Enter, чтобы запустить игру. Ждем 3 секундочки буквально и забегаем вот в этот телепорт. Когда забежали в телепорт, друзья, на этой карте также можно играть, можно круто проводить время. Если стукнуть по надписи «Clear» или стрельнуть из любого оружия, открываются дополнительные пространства. Как видите, много локаций разных, в которых есть секретики, есть потайные кнопочки, есть фарм. Но карта до сих пор еще не получила злополучный значок XP, друзья. Для этого я и прошу вас заходить на эту карту в начале и делать вот некоторые действия. Например, вот нужно подойти к третьему плакатику с левой стороны и снизу от него в уголочке вот здесь нажать кнопочку XP. Это поможет быстрее карте получить калибровочку. Теперь, друзья мои, нам нужно подойти к любому терминалу возле любого из этих баннеров, нажать на него, и сюда нам надо с вами ввести вот этот код 18.00.75.84.27.92. Я его оставлю в описании, чтобы вы могли просто скопировать и вставить. Нажимаем здесь подтвердить. Картинка у нас поменялась. Вот этот значок я хочу получить на карту, на которой мы сейчас с вами находимся. Этот значок означает, что на карте есть XP и на ней можно лутать опыт. Все, проверили, есть. Нажимаем на баннер, выбрать и ждем, пока карта загрузится. Итак, смотрите, мы заспавнились на карте, она довольно-таки небольшая, как видите. Подбегаем вот здесь вот слева от оружия, за крыльями, за цепью Аида, за молнией, вот сюда в уголочек. Нажимаем здесь кнопочку. Нас телепортирует в локацию с таймером в 10 минут. Надо подождать, пока этот таймер закончится, друзья мои, и ввести сюда код из 3 цифр, чтобы залутать опыт на этой карте. Пока будем ждать, обязательно залетайте ко мне в Discord канал. Ссылочка в виде QR-кода на экране у вас сейчас. Также есть ссылочка, я оставил в описании видео и в описании профиля. У меня в Discord канале есть крутой магаз, через который можно очень выгодно и безопасно задонатить. Там есть классные голосовые, текстовые каналы. Я там периодически провожу розыгрыши. Так что, думаю, каждый из вас найдет что-то интересное и полезное для себя. Все, ждем. Переводим сюда код 737. 737. Справа подтверждаем. Success надпись означает, что все подошло, все хорошо. И справа вот здесь внизу нажимаем кнопочку. Все, здесь просто вот так вот прыгаем и получаем опыт. Так, друзья, только что зачислился опыт 89 тысяч у меня. Я пропрыгал здесь 26 минут. Засекал специально таймер. За 26 минут почти 90 тысяч опыта просто в АФК. Решайте сами, подходит вам эта карта или нет, будете ли вы на ней фармить опыт. Но, как видите, опыт до сих пор начисляется дальше. Вот пока я транжу с вами, уже вон почти 700 опыта заработал. Уже 800 и так далее. В общем, можно в АФК. Лучше, конечно, раз в 10 минуточек хотя бы, или раз в 5 минуточек по возможности подвигать.
немножко вправо-влево, там, не знаю, как вам удобно, чтобы система не блокировала начисление ФК-опыта. Все, на этом буду с вами прощаться. Всем классного дня, друзья. Сегодня стримчик, не забываем приходить. Всех буду рад видеть. Пока.